Всем привет, с вами мистер Дизис, и сегодня я бы хотел немножечко записать видео на тему того, что меня особенно не хотел, не говорю, что типа вымышляет, но, как видите, я не знаю, что мне записывать, просто не хотел. Я бы, конечно, мог, у меня есть, конечно, один проект, который я бы мог делать, но, блин, если я бы сейчас не хотел, то все равно выйдет очень не скоро. Потому что там необходимо это снимать не вечером, там необходим хромакей, там есть вот это вот зеленое полотно, которое хромакей будет, там необходим будет хромакей, там необходимо будет много эффектов в Vegas сделать, там необходимо будет сделать хорошую озвучку, найти всякие эффекты, короче, прикольный видеоролик на околополитическую тему, но он, так сказать, в себе никакого срача не будет нести, просто ролик, чисто для поржа, чисто вот уровня Форчануса. Значит, следующее, о чем я хотел сказать, это то, что скоро я закажу себе новый девайс. И я, в принципе, могу сейчас вам даже показать, что я хочу себе сейчас показать. Хотя, не знаю, надо ли. Просто это трансформер, я уже говорил о нем в одном видео, я уже показывал, что я хочу себе. Вот, ну, в ближайшее время мне появится, конечно, сниму анбоксинг, я, конечно, сниму тесты, я, конечно, сниму впечатления и так далее. Еще, если, может, кому-то интересно, я сниму видео про периферию, которую можно подключить по USB, потому что у меня сейчас накопилось реально много разных проводов, вообще любого типа, любого размера, все что угодно. Могу подключить, теперь к планшету могу подключить. Например, я могу в планшет подключить себе жесткий диск или дисковод. Да, у меня есть где-то фотка, где я подключал дисковод. Планшет единственное, ему тока не хватило. Но я вот сейчас починил свой пауэрбанк. Выглядит неестественно, выглядит дико коряло, но я его починил. Не знаю. Но о чем я хотел поговорить насчет этого видео. Следующее, это то, что я не знаю, мне снимать игры как-то скучно. Да. Я уже вырос, так сказать, наверное, из игр, в которых я в последнее время играю, наверное, это Rock Legacy, да, мне очень кто-то играет, это кто-то, это я, это Minecraft, это у нас рематч тот же самый, вот немножко поиграл в X-машину, тут, ну, и там на планшете всякую хрень, даже игры непонятное дело назвать нельзя, так, у меня очень там Pixel Gunner, поддержки всякие, там Bad Piggies постоянно. Просто отдыхаю. Я не чувствую, что игры для меня, значит, что-то больше, чем отдых, но не как работа. Потому что я сейчас работаю еще над одним проектом. Бесконечно. Сейчас я отправил снова заявку в Google, потому что мне надо его покупать в Google Play. Это мод на Pixel Dungeon. У меня есть группа, в которой я выкладываю постоянно новости. Я как-то этот момент тоже пустил, по нему тоже можно, в принципе, снять видео. Но вот по играм, может быть, под фантастику не будет, но опять же, мне нужно более мощное железо. И тот планшет подойдет, потому что у него и баллов побольше, и разрешение экрана пониже будет. У него баллов на 25% больше. Получается, сколько у него получается? 60 тысяч, а не 45 или не 50 у меня на планшете. Это зависит от того, что у меня загружен оперативно. Там у меня будет стоять танктастик. Да, там две системы, один персонал. Нет, там будет стоять танктастик. И 6000 баллов, я надеюсь, будет нормально работать на планшете, на котором идет компьютерные танки, идут, на котором идет Black Ops. А я просто не знаю, как это, как на нем может это не работать, если на нем идут такие тяжелые игры, в сравнении с танктастиком. Ну и... соответственно, вот этот фильм, вот эти вот все видосики, и еще, наверное, я буду снимать все-таки по фантастику с того планшета. Но я еще не знаю даже, что снимать, потому что надо понять, расставить приоритеты, а что мне, собственно, это такое. Единственное, что я хочу сказать, то, что видео по фантастику становится больше, но их все равно немного, так что, может быть, мои видео будут кому-то важны. Все-таки 720p это для меня многовато, я единственное во что буду 720p, это вот допройду войну миров, и все, и 720p я видео пускать не буду, будет 480, потому что 720p у меня тут железо не тянет, у меня не тянет 720p, не фантастик на этом, может быть 720p тянет на том,
и у меня 720p не тянет тот же самый Майн. Потому что я его тоже собираюсь снимать, да, я тут сегодня, наверное, еще сниму одно видео, в котором покажу, что я тут построил, а построил тут одну интересную вещь, которая будет всем примача. Интересно. Ну и всем пока. Тогда. Давайте. Ролики будут, но я ничего не могу обещать, ни по теме. Я отхожу от тематики.